Всем здорово, ребятки, с вами Фабиан, и мы с вами сегодня продолжим играть в Alien Isolation. Мне так кажется, мы уже, наверное, достаточно близки к концу, поэтому я не знаю, сколько серий мы сможем с вами играть в нее. Но в прошлый раз мы остановились с вами на том, что мы очень долго бегали от андроидов и добежали до сохранки. Так, а что так темно? Что-то я ни хрена не вижу. Найти другой маршрут. Цель обновлена. Хорошо. Эта дырка есть, и тут какие-то много дырок. Что ж такое-то? Это что, кроватки? Смотрите, что такое? А, это рили, типа камеры для сна. О, прикольно. А, вот тут есть дверь. Смотрите, окей. Что-то мне сыкотно. Окей, дергай. Только бы вот сейчас не было тут никаких андроидов. Нам нужно направо. Все время. Твою мать! Как? Блин! А, нет! Ой, только не это! Я не могу здесь залезть! Нет! Говно! Почему я испугалась, хотя я знала, что он сейчас подойдет! Ублюдок! О! Плохо! Пошел вон! Ударив еще раз его! Вот так! Блин! Да почему он опять на меня схватил? Да как ты это делаешь, урод? Вот сволочь! Так, лесенка! Быстрее, насрать! Бежим направо! Где? Чего не разрешено? Да пошел ты в задницу, урод! Не разрешено это здесь! Нет! Скорей! Нет! Поднимайся! Да что такое-то? Почему она не поднимается? Божество какое-то! Она что, рукой ему втащила? Ой, все! Ай! Нет! Беги! Дура, я не могу! Как это произошло? О! Вот это жестко, прикиньте. Просто раздавил башку ей ногой. Куда мне бежать? Скажите мне кто-нибудь, пожалуйста, прошу. Отвали! Сюда? Это дырка, ура! Вниз, быстрее! Отвали! Отстань! Прошу тебя, урод! Отлипни от меня! Тут нет до прохода! Мразь! Ой, говно собачье! Я еще и горю теперь из-за него! Да пошел ты нафиг! Да блин! Какого хрена? Мне кажется, горящим он должен быть вполне уязвимым! Урод! Да он еще и пнуть меня успел напоследок. Тварь, скотина. Куда бежать-то? Проходов же ни хрена нет. Никаких, ничего, ни дверей. Как? Куда мне? Куда? Кишка! Вижу кишку, быстрей. Стоп, тут сохранка где-то будет? Или нет? Почему двери открылись? Сохранку слышу где-то, вон она. А как мне тихонько до нее добраться? Что у вас стекло какое-то некачественное здесь, господи, оно все бурлит. Давайте сохранимся сразу. А, я поняла, где мы. Вот здесь сидел наш этот дядька, вот отсюда душ, водичка текла. Вот, Марлоу сидел здесь, точняк. А, ну тут люди сидят, они же нормальные вроде, да? Рипли, они погибли, все. А ты почему здесь сидишь? Не понимаю. Почему? Я не знаю. А вот Сэмюэльс может знать. При чем тут Сэмюэльс? Уэйтс отправил его к Аполло. Надо его найти. Ты видел Тейлор или Марлоу? Нет. Тут их тоже нет. Так, думаю, все ясно. Рикардо. Рикардо. Это он. Я пойду за Сэмюэльсом. Ты тут разберешься? Мне нужны глаза и уши. Нет уж, я тут не останусь. Мне нужна твоя помощь. Ты можешь сесть за пульт и провести меня? Рикардо! Да. Да, я смогу. Он тупит сильно. Двери. Никуда не выходи и никого не впускай. Прикрывай меня. Я за тобой вернусь. Жесть. Просто жесть. Это диковато. Так, давайте, значит, что нам нужно? Найти Сэмюэльса теперь. Вот. Ай, нам надо будет на транзит опять.
Странно, да, странновато, андроид. Странновато то, что ты, тварь, шевелишься. Яй-яй-яй. Ой, он близко так. Скорее, 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 скорее. Во! Ой, как неприятно и страшно. Блин, что-то там стучит. А еще один урод. Не хочу я с тобой никуда идти. Хватит, отстаньте от меня, ублюдки. Ну, это что такое? Тихо. На! И быстрее сохраниться и транзит вызвать. О! Скорее, 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 жми. Жми, ну быстрее. И надо сохраниться. Быстрее! Прошу тебя, сохраняй. Сохраняй, пока этот урод в отключке. Быстрее. Быстрее, господи, быстрее. А, слишком медленно все. Ой, слишком медленно, медленно. Где этот урод? Я сообщу, куда следует. Да блин, он руку даже ловит. Ублюдок. О! Да блин. Опять, да что ты будешь делать с ним? Я могу его вот так тыкнуть, а потом завалить? Да или нет? Ну, пожалуйста. Да? Да. Что он сказал, не выходи из комнаты? Ой, это жестко. Может, его добить надо? Нет, все, он вроде сдох. Так, транзит. А, блин, дерьмо. Скорее, едем. Что-то я боюсь выходить. Ну, стоп. Нам на еще один транзит надо пересесть, что ли? Как-то это подозрительно. До научно-медицинской башни. Нам сюда и надо, да? Рипли, как слышишь? Нормально. Слышу. Вижу какую-то активность на терминалах в лаборатории андроидов, на самом верху. Рипли, Рипли, мне это не по силам. Без паники. Ты мне нужен. Остаешься за главного. За главного? То есть я тут типа главный среди трупов? Нет уж нахрен. Соберись. Если Сэмюэльс урезонит Пола, андроиды придут в норму, и все закончится. Понимаешь? Ну, а нам-то что делать сейчас надо? Найти Сэмюэльса в Sixth and Synthetic. На лифте? На каком лифте? На каком лифте? Подождите. На лифте. А, ну лифт, наверное, тот, тут вот-вот, где, куда мне показывают. Пожалуйста, давайте лифт будет тут. Вот это лифт? Нет, это не лифт. Вон то лифт? Да, это лифт. И куда мы приехали? Лифт, куда ты меня привез? Тихо. А, по шахте вверх до лаборатории. В лабораториях андроидов сработала сигнализация. Лифты заблокированы. Вы это видите? У меня такое ощущение, что андроиды Сиксон совсем не рады встрече с моделью Вейланд Ньютони. Посмотрите на это. И как мне подняться? Влезть через вентиляцию. У него бумажка с российским флагом во рту. Сервисный центр для андроидов. Жесть. Если найдешь, чем вскрыть панель, то код 8382. А, вот. Это эта панель? 8382. Ой, я тупица. 8382. Да. Так, и вот шахта, да? Ой, что-то, блин, ребята, это как-то, блин, все так подозрительно. Это что вообще? Где мы? Что это такое? Что такое? Где мы оказываемся-то? Я... Какой-то механизм здесь. Ой-ой-ой, что-то меня подзанесло немного. Слушайте, это как-то... Я не знаю. Полезли. Ну, что-то я сыкую. А-а-а. Что это такое? А это дверь там? А что так задергалось? Скорей, 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 скорей! Я так и думала, что это говно случится! А, вот естественно, когда лестница какая-то дергается, какие еще... Еще могли быть варианты. Жесть. Там все взорвалось? А, это шахта лифта, да, была? Ох, жесть какая. О, господа. Сейчас мы, наверное, опять, да, спрыгнем, и он опять провалится. Нет. Звук сохранки. А этот урод схватит меня, как вы думаете? Мне кажется, да. Я смотрю на тебя, сволочь. Не вздумай меня схватить. Тварь. Наверняка ведь хочет. Сохраночка. Карди, я на месте. Блин. Сюда, андроиды, приходят умирать. Это что, кладбище андроидов? Тихо, 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 тихо. Не трогайте, суки, только меня за ноги. Не вздумайте. Уроды, как вы бесите. Что это такое?
А-а-а! О, господи! Какого хрена? Что? Ой, как неприятно здесь, а? Ну то, что андроиды, они еще дохлые. Еще темно, ни хрена не видно. Вот этот, кто это? Какие-то куски андроидов. Наверняка меня кто-нибудь схватит сейчас. Вот этот мразотный. А, у него голова отвалилась. Не, не должен. Фух. Ой. Так, все? А что это мы такое подаем? Куда? Тихо, тихо. Куда мы энергию тут подаем? Вот тут, что за свалка? А, вот еще одну штуку надо подать. Точняк, все, я затупила просто сильно. Как обычно. О, какой напряг, вы себе не представляете. У меня сейчас вот прям, мне кажется, каждый нерв напряжен. Биологическая угроза, уровень омега. Рассказать вам о тех, что вы здесь делаете? Отдыхаю. Серьезно? Я тут просто ничего плохого не делала. Я хотела... Что делать-то теперь? Подождите, я могу его так загасить, пока он так стоит, плющится? Давай, давай, давай! Да, скотина. Мы завалили его. Это очень большое достижение. Опять? Да скотина, ну почему, если на вас секундочку не посмотришь, вы обязательно за ноги хватаете? Так, а почему она желтеньким светится? Как-то не к добру. Так, теперь красненьким светится. Что-то я ничего не могу понять. Дверь раскурочена. Великолепно. Не подобраться. Стоп, а зачем мне это выключать? Пройти через электродверь. Как? Как пройти-то? Все, что ли? Я думала, будет сложнее. Людишки? Он сейчас завалит его, да? Ясно. Значит, придется говорить с Аполлон напрямую. Это Сэмюэльс! Это Сэмюэльс! У меня нет на это времени. Нет! А, Сэмюэльс, ты сам его убьешь! Ты красавчик! Ты умница, мужик! Почему, блин, она не сказала ему, типа, эй, Сэмюэльс, я тут? В чем, что такого сложного было в этом? Ну вот она, ну, видела же его через решетку. Блин, тут опять куча этих уродов. Что будет, если я попробую пробежать мимо них, потому что вдруг они оживут? Вдруг они оживут, только не оживайте, стойте там спокойно. Почему? Тихо. Выбраться из шоурума. А, это шоурум. Что это? А, вот скотины. Смотрите, кнопку в самой жопе, блин, засунули. Без записи нельзя. Началось, блин. Сволочь, ты мерзкая. Куда? Тихо. Куда? Скорей! Скорей! Не будем пропуск! А где взять? Что это? Коктейль Молотова. Что это? Патроны для дробовика. Патроны для дробовика. И мужик. Мне страшно. Вы себе просто не представляете. Батарейки. Почему столько всего здесь? Это как-то очень... Очень подозрительно. Как будто... Аптечка даже целая лежит отдельно. Еще мина. О, сохраночка. О, просто жесть. Ребят, я думаю, мы с вами на этом сегодня остановимся, потому что что-то мне прям реально стрёмно. И я пока, наверное, отдохну. Вроде ничего такого нету стрёмного, но постоянно находишься в таком диком напряжении, что прям ты вот каждой клеточкой чувствуешь, что какой-то стрём. И у тебя как будто со спиной обязательно стоит какой-то урод. Это просто жесть, но если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям и в группу ВКонтакте вступайте. Всем огромное спасибо за просмотр, с вами была Фабиан, счастливо!